Вкратце это будет выглядеть следующим образом. Сначала под фундаментной плитой делаем модель в контексте. Потом в этой модели вырезаем приямки и по граням вот этой уже получившейся модели с вырезами под приямки делаем крышу по граням. Вот, таким инструментом. И сам состав пирога крыши уже настраиваем на состав подготовки. В результате вся эта крыша обтекает вот эти вот все кривые приямки. Вот такой способ. Итак, начнем. Сначала сделаем вид фундаментной плиты снизу. Вот так вот. Строим модель в контексте. Идем в компонент, ну либо можно через архитектуру, конструкция. Модель в контексте. Здесь выбираем обобщенные модели. Вот они. Окей. Называем. Давайте назовем подготовка под фундаментной плитой многоэтажной части. Ну, можно, в принципе, как угодно назвать. Далее выбираем инструмент выдавливания. Выбираем инструмент выбрать линии. Ставим смещение 100 мм. Глубину. Ну, пока можно не ставить. Расположение этой модели можно потом подправить. На каком-нибудь там виде сбоку, либо на разрезе. И обводим контур плиты. Так, единственное, что здесь у нас в зоне шва подготовка будет в створе торца плиты. Поэтому просто здесь двигаем. Так, это смещаем вверх на 100 мм. Рисуем дополнительную линию. Эту линию подтягиваем. То же самое делаем на другой стороне. Так, здесь тоже подтягиваем. Так, теперь обводим вот эти вот прямки лифтовых шахт. Ну, то здесь будет просто вырез под них. Ну все, нажимаем ОК. Завершаем модель. Теперь, если повернем модель, то видим, что ее почему-то нет. Ну, это она, наверное, просто выше находится. Да, вот она. Давайте перейдем на какой-нибудь разрезик. Отвлеченный. Ну, сразу по приемкам поедем. Перейдем на вид. Выделяем эту модель и просто смещаем ее вниз. Так, чтобы она скрывала с собой приемки. И верх модели делаем по низу фундаментной плиты. Теперь нам необходимо в этой модели вырезать эти приемки. Возвращаем вид, такой более нам удобный. Вот так вот. И для удобства включим просто отображение каркаса. Теперь идем изменить. Вот, вырезать. Выбираем нашу вот эту вот модель в контексте. И просто выделяем все приемки. Раз. Ну, все те приемки, которые торчат в этой модели, которые мы должны вырезать. И вот этот. Итак, все приемки мы вырезали. А, хотя нет, да, здесь вот есть приемок, который к торцом подходит к торцу фундаментной плиты. Вплотную. Вот он. И то есть нам надо здесь какой-то еще элемент показать, чтобы этот элемент образовал также нишу в этой контекстной модели. Иначе у нас просто подготовка здесь не построится. Так, тогда идем в 3D вид обратно.
Мы построим такой же просто элемент, модель в контексте. Компонент, модель в контексте. В принципе, можно выбрать любой. Ну, давайте также возьмем обобщенные модели. Потому что мы потом удалим. Окей. Можно не называть никак. Задаем рабочую плоскость. Вот. Теперь берем инструмент выдавливания. Линия. И просто обводим этот контур. Ну, либо линия, либо вот этим инструментом. Без разницы. Готово. Так, начало выдавливания. Давайте ставим 0. Конец выдавливания. 100 мм. Ну, можно побольше. Можно 100 оставить. Применить. Завершить. Теперь также мы этот элемент вырезаем из вот этой модели. Берем вырезать, выделяем, выделяем теперь вот эту модель. Все, вот все вырезано. Ну все, теперь выбираем крышу, крыша по грани, выделяем все грани, вот эти вот. Нажимаем создать крышу. И вот наша крыша, ну точнее подготовка создалась. Давайте включим тонированный стиль. Так, теперь вот эту модель можно удалить, она не нужна больше. И эту тоже. Вот такой способ. Да, состав подготовки, ну точнее крыши. Здесь в этом шаблоне уже есть такое семейство, базовая крыша, подготовка 140 мм. Если в него зайти, тут видно состав пирога. Стяжка 30 мм, 2 техноласта 8 мм. Мастика битумная, ну праймер. И бетонная подготовка 100 мм. Можно ставить так же, а можно подкорректировать. Например, выбрать бетон. 7,5. Вот эти убрать. Стяжку взять марки 100. И все. Теперь также делаем подготовку под вот этой частью фундамента плиты.